Одним из распространенных заблуждений относительно истории Второй мировой войны является мнение, что на ее начальном этапе немцы одерживали победы с помощью танковых сил, превосходящих французские, британские и советские. Масштаб одержанных германскими войсками побед в 1939-41 годах требует объяснений, из которых превосходство танковых сил, возможно, является наиболее простым и понятным. Значительное количество танков и передовые технологии, без сомнения, говорят сами за себя. Безусловно, огромную роль сыграли образы, навеянные пропагандой. Съемки, выполненные операторами для выпуска в кинохронике 50 лет назад, создавали образ непобедимой германской армии. Зрители находились под впечатлением сцен, где танки победным маршем проходили по дорогам, обочины которых были завалены разбитой союзной техникой. Улыбающиеся танкисты гордо демонстрировали свою работу. Впечатление усилилось сообщениями о подавляющем превосходстве, достигнутом за счет действий мобильных соединений. Тщательно отбирались кадры, прежде всего на экраны впадали более современные Т-3 и Т-4, являвшиеся символом германской военной мощи. На самом деле все было совсем по-другому и далеко не так просто. Количественное превосходство германские танки имели только в действиях против Польши. Во Франции и России силы были примерно равны, или же наоборот, противник превосходил немцев. Не существовало и качественного превосходства, потому что в течение первых двух лет войны основную массу германских танков составляли легкие машины, которые оказались устаревшими еще до начала военных действий. Успех приносило прежде всего совершенно новое применение танковых сил. Чтобы понять, как все это произошло, необходимо проследить эволюцию германских легких танков, их действий в составе танковых частей. Многие немцы даже не пытались найти объяснение поражению в ноябре 1918 года. По выражению британского премьер-министра Ллойд Джорджа, итог был закономерным. Германия и ее союзники были побеждены на поле боя. Поражение германской армии привело к заключению Версальского договора. Франция была просто одержима желанием уничтожить окончательно германскую военную мощь. Договор предусматривал значительное сокращение числа военнослужащих, вводя германскую армию на один уровень с армией мелких государств. Флот, являвшийся гордостью кайзера Вильгельма, был отведен с Капа-Флоу. Немцам было оставлено несколько кораблей для ведения береговой обороны. Подводный флот, чуть было не добившийся победы над Британией, был уничтожен. Восстанавливать его было запрещено. Еще одним достижением Первой мировой войны стало развитие авиации, которое к 1918 году превратилось в серьезную силу, на равных с другими видами войск, участвуя в операциях. Германии было запрещено иметь военно-воздушные силы и заниматься разработкой военных самолетов. Все имеющиеся самолеты подлежали уничтожению. Германским вооруженным силам также было запрещено иметь в своем составе еще один вид оружия, совершенно нового, появившегося в ходе войны. Ко времени заключения перемирия танк находился в строю лишь около двух лет, но даже за это короткое время он доказал свой потенциал. Пока еще примитивные технологии не позволяли назвать танк победителем в войне, но без сомнения было ясно, что применение танков оказало соответствующее действие на германских специалистов. Влияние танка на исход наземных боевых действий не было значительным, но угадывалась его будущая роль, эволюция позиционной войны, развитие активных действий мобильных соединений. Все это понимали и победители, и побежденные. Как ни странно, немцы достаточно долго не могли определить возможности нового вида оружия. Всего от 20 до 30 танков А7В было выпущено к моменту окончания военных действий. Безусловно, танкам не придавалось серьезное значение в планировании и выполнении наступательных операций, проводимых германской армией с марта по июль 1918 года, которые должны были изменить положение на Западном фронте до прибытия туда американских войск больших количеств. Хотя немцы и применяли танки, 15 А7В были использованы в конце апреля, но они не оказали влияния на исход операции германской армии. На дальнейшее развитие событий большее действие оказала успешная тактика наступлений. Группы солдат просачивались через линии обороны, обходили укрепления и устремлялись в тыл с целью парализовать противника.
Успешное применение этой тактики очень помогло немцам, несмотря на стратегические неудачи в наступлениях на Западном фронте. Позднее тактический успех сопутствовал и операциям с участием танковых сил Вермахта. Союзники перехватили стратегическую инициативу в середине июля, и после этого германская армия на Западе была нанесен ряд сокрушительных ударов, заставивших ее отступить в Бельгию. Британские и французские танковые силы участвовали в нанесении ударов по немцам, и наиболее очевидным их успех стал 8 августа 1918 года. По выражению фельдмаршала Гинденбурга, этот день стал черным для германской армии. Британская армия применила 534 танка в атаке на германские позиции. Наибольшее количество за всю войну. И не имело значения то, что лишь 145 из них оставались боеспособными на следующий день, 9 августа. К этому времени боевой дух германских войск упал. Танк занял свое достойное место в последующих воспоминаниях участников сражения. Танк рассматривался как оружие, принесшее победу союзникам. Was to have a profound impact on post-war German thinking. После окончания войны эта идея утвердилась среди германских специалистов. Когда воюющие армии разошлись по домам, с обеих сторон было немало людей, считавших, что Версальский договор, определив ситуацию на ближайшие 20 лет, неизбежно вызовет в Германии желание воевать и мстить. Отказав немцам наличие генерального штаба и сократив численность военнослужащих до 100 тысяч человек, страны Антанты были убеждены, что уничтожили германскую армию. Генерал фон Сейд, главнокомандующий Рейхсвера, считал, что эти ограничения, наоборот, являются преимуществом для германской страны. Армия может использовать новые прогрессивные методы ведения войны. Собственный опыт подсказывал ему, что будущие успехи за небольшими, хорошо подготовленными, мобильными вооруженными силами, который поддерживает авиация. Возвращаться к старому уже не было никакого смысла. Качественный состав армии можно было обеспечить, ужесточив условия набора, но ограничения Версальского договора неизбежно подлежали нарушению в области создания танков и авиации, чтобы иметь возможность приобретать необходимый опыт. В Рейхсвере не сомневались, что будущее на поле боя за танком было потрачено немало усилий, чтобы как-то изобразить их присутствие на учениях. На базе легковых автомобилей изготавливались подвижные модели танков с резиновыми орудиями. В 20-е годы было заключено секретное соглашение с Советским Союзом, согласно которому Рейхсвер мог изучать строительство и использование танков на советской территории. Два государства совершенно различной идеологии успешно сотрудничали в военной области, приобретая столь нужный им опыт и знания. Одним из образцов танков был ВК-31, легкий танк, который проходил испытания под Казанью. Его построили Крупп и Рейнметалл. В 1931 году генерал Люц был назначен инспектором транспортных войск. Интересуясь танками, он начал оказывать всяческую поддержку Рейхсверу в данной области. Одним из наиболее активных сторонников развития танковых сил был Хайнц Гудериан. Именно его работы послужили основой создания бронетанковых частей. Теперь был нужен лишь соответствующий политический режим, который дал бы возможность воплотить идеи на практике. 30 января 1933 года Гитлер был назначен рейхсканцлером. В основе всей его деятельности лежала идея завоевания нового жизненного пространства, в том числе и с помощью военных действий, если это будет необходимо. Необходимость вращения Германии в великую державу требовала первоочередного развития вооруженных сил. В первый же день своего пребывания у власти Гитлер объявил войну о ограничении Версальского договора. В 1933 году был предложен проект легкого танка. В середине 1934 года прототип Круппа под обозначением Т-1А начал выпускаться промышленностью. Он был задуман как учебный для подготовки экипажей к боевым действиям на Т-3 и Т-4, которые в перспективе должны были составить основу танковых сил. Гитлер посетил армянский полигон под Куммерсдорфом, чтобы увидеть действия мотоциклистов, противотанковой артиллерии, бронетранспортеров, а также нескольких Т-1 уже поступивших войска. Гитлер был впечатлен увиденным. Он заявил: «Вот то, что мне нужно. Вот чем я должен обладать». Он воочию увидел совершенно новый инструмент для ведения боевых действий, для достижения своих целей, без разжигания очередного мирового конфликта.
Гитлер был убежден, что главной причиной поражения Германии в предыдущей войне было напряженное положение на внутреннем фронте. Он собирался построить свои действия таким образом, что когда возникнет необходимость в войне, она будет идти на его условиях, будет быстро и не потребует значительных вложений, что в свою очередь не отразится на уровне жизни людей. По этой причине Гитлер активно поддерживал строительство танковых сил. Военный министр фон Бломберг и главнокомандующий армией фон Фрич полностью поддерживали фюрерову желание развивать бронетанковые войска. В июне 1934 года Фрич назначил Люца генерал-инспектором танковых войск, а Гудериана его начальником штаба. К концу года была сформирована первая танковая бригада, совершенно новое соединение для германской армии. В 1935 году Гитлер публично заявил, что более не собирается терпеть ограничения Версальского договора. В октябре были сформированы три первых танковых дивизии, одна из которых проходит парадом через город, где она дислоцируется, под радостные приветствия у жителей. Танки, которые участвуют в параде, Т-1А. Как только образовались танковые соединения, они сразу же стали объектом пристального интереса со стороны операторов кинохроники. Вы видите кадры с участием Т-1 и экипажей на танковом фестивале, организованном для укрепления связи армии и народа. Наиболее зрелищным из всех демонстраций на публике стал День Вермахта, организованный во время проходившего в Нюрнберге в течение недели съезда партии. Съемки демонстрируют германскую армию в момент переоснащения. Много вооружения осталось еще со времен Первой мировой войны, а танки и авиация являются оружием следующего поколения, время которого вскоре настанет. С политической точки зрения, это событие должно было укрепить связь партии с Вермахтом. В 1936 год стал очень важным годом для нацистского режима и германской армии. В марте Гитлер нарушил территориальные ограничения Версальского договора, оккупировав Рейнскую область. Через 6 месяцев Германия принимала у себя Олимпийские игры. Еще через несколько месяцев германские зрители увидели новый фильм «Здесь, в Вердене». Он впервые открыто показал новую германскую армию на крупнейших учениях после провозглашения Гитлером отхода от соблюдения параграфа Версальского договора. Армия постепенно переходила к новой организационной структуре, в которой главная роль предназначалась бронетанковым соединениям. Армия все еще находится в процессе реорганизации. Наряду с новыми танками Т-1 присутствует кавалерия. Впервые показаны вновь созданные военно-воздушные силы Люфтваффе. В учениях принимают участие Кенкель-46, самолет поддержки наземных частей с крылом парасоль. В начале войны их заменит на более современные Хеншель-126. Для связи Т-1А пользуются флагами, на них еще не установлены радиостанции. К этому времени начала выпускаться более современная модификация Т-1Б. Всего было произведено 818 Т-1. Они будут использоваться в начале военных действий в Северной Африке и на первых стадиях кампании против Советского Союза. Интересно присутствие иностранных военных миссий на учениях. Сюда приехали военные атташе Польши, Великобритании, Советского Союза и Греции, чтобы вести наблюдение за тем, как разворачиваются действия. В Париже и Лондоне были обеспокоены быстрым ростом германской армии, хотя на данной стадии развития германских танковых сил они еще не представляли реальной угрозы.
Имитация от обстрела проводится 105-мм полевыми пушками FH-18, разработанными фирмой Rheinmetall, которые появились на вооружении год назад. Через некоторое время к ним присоединились более тяжелые 150-мм К-18, которые стали основным тяжелым орудием германской армии на протяжении всей Второй мировой войны. Кавалерия рядом с танками все еще говорит о том, что процесс реорганизации не завершен. Танки используются не как средство поддержки пехоты, а действуют в массе. Фильм не показывает реально применявшихся тактических схем. Среди другого вооружения, впоследствии постоянно появлявшегося в кинохронике, противотанковые пушки ПАК-35-36 калибра 37 мм, которые в ходе французской кампании получили в войсках прозвище «Открывающих двери». Они весьма удачно справлялись со своими задачами. К тому времени в достаточном количестве имелись Т-2, а Т-3 и Т-4 начали поступать на вооружение танковых частей. Но то, что показали в фильме 1936 года, эти кадры, которые вы сейчас видите, они практически полностью соответствуют состоянию германской армии в 1939 году. На крупных учениях, подобных этим, была заложена основа будущих действий германских танковых сил. Поскольку выпуск средних танков постоянно тормозился по тем или иным причинам, было принято решение о производстве легкого танка весом до 10 тонн. 100 штук было построено после марта 1937 года. Это были две модели, последняя из которых была принята в качестве основы для выпуска нового танка Т-2. Хроника, снятая в 1937 году, показывает танки и пехоту на маневрах в Германии. Радиостанция расположена на автомобиле Mercedes-Benz G3A6/4. Обратите внимание, что все машины покрыты камуфляжной окраской, принятой в предвоенные годы. На темно-сером фоне коричневые пятна двух разных оттенков, нанесенные распылителем. Пока прибывает пехота, гвардия рижских офицера в касках образца до 1933 года готовится к размещению своих орудий. Радиостанция после установки антенны готова передавать приказы артиллерийским батареям. Артиллерийский расчет занимается установкой 150-мм орудия К-18 на позиции для ведения огня. Орудие стреляло снарядами весом 43 килограмма на максимальную дистанцию 24,5 километра. Танки атакуют. Можем внимательно рассмотреть Т-1Б, который начал выпускаться с августа 1935 года, целью заменить Т-1А. Наиболее заметная разница — удлиненное шасси, предназначенное для размещения более мощного двигателя Maybach NL-38. Добавлен пятый каток. В остальном модификации очень схожи. У них слабое вооружение и тонкая броня. Retaining the same weak armament and lack of armor protection. Этих танков было выпущено много. С 1935 по 1940 год они находились на вооружении всех танковых частей. Модификации Б было выпущено 675 штук. В 1937 году их начали снимать с вооружения. Шасси уже использовалось для размещения на нем самоходных установок. Несмотря на это, Т-1 активно участвовал в боевых действиях до 1941 года, когда его стали выводить с линии фронта. Большинство Т-1-х попали в школы подготовки танковых экипажей. В январе 1937 года 80 Т-1 были посланы Гитлером в Испанию для оказания помощи генералу Франко в гражданской войне. Соединение получило номер 88. Оно состояло из добровольцев. Командовал майор Риттер фон Тома. Позднее туда же были отправлены несколько Т-2. Опыт боев показал, что Т-1 уже является устаревшим. Т-2 имел массу недостатков. После аншлюса Гитлер принимал парад танков, вошедших в Вену, в качестве экспедиционного корпуса. Командир, идущий в первом Т-2, держит знамя дивизии.
Очередным легким танком стал Т-2Д, который, за исключением точно такой же, что и у предыдущей модели башни, был совершенно новой машиной. 15 марта 1939 года была оккупирована Чехословакия. Немцы получили настоящий подарок, который изрядно облегчал жизнь их собственной военной промышленности. Танки эскаде «Прага» и «Шкода» вызвали живейший интерес у германских офицеров-танкистов. Ими были оснащены вооруженные силы Чехословакии, также они шли на экспорт. Без сомнения, полученные вермахтом 469 танков Чехословацкой армии, а также возможность продолжать производство обеих моделей, значительно увеличили военный потенциал страны в последующие два года. В итоге завод СКД продолжал выпускать различную военную технику до самого конца войны в 1945 году. Германская армия приняла ЛТБЗ-38 под обозначением 38Т. ЛТ-35 был основным танком чехословацкой армии. У вермахта он получил обозначение 35Т. Самый большой парад Германии до начала войны был проведен 20 апреля 1939 года, в день рождения Адольфа Гитлера. Он вместе с командующими вермахта принимает парад, который продолжался более двух часов. В нем участвовало много Т-2-х различных модификаций, которые шли сами или же перевозились на платформах. Особенно привлекает внимание Т-2Д, часто попадавший в кадр, его перевозит танковый тягач. Через 7 месяцев после съемок практически вся техника, участвовавшая в параде, уже воевала против Польши. В 4 часа 45 минут утра 1 сентября 1939 года германские войска пересекли границу Польши. На острие атаки находились 3195 танков. Хотя быстрый разгром польской армии заставил заговорить о том, что впервые имели место совершенно новые боевые действия, на самом деле поляки были разбиты благодаря применению классической схемы двойного охвата, в которой танки играли важную, но не решающую роль. На бумаге польская армия выглядела впечатляюще. Сначала 3 миллиона человек. Поляки сумели выставить 38 пехотных дивизий, 1 механизированную бригаду, 11 кавалерийских бригад, 745 самолетов, большинство из них устаревших, 1134 единицы бронетехники. Сопротивление этих весьма значительных сил было сломлено очень быстро. Наступающие танки были распределены в составе 6 танковых дивизий и 4 легких дивизий. Новые Т-3 и Т-4 составляли незначительный процент от всех бронетанковых сил, участвующих в кампании. 2886 танков были легкими, в основном Т-1 и Т-2, которые уже давно устарели. Многие из них стали жертвами польских 45-мм противотанковых орудий. Лучше целиться им помогали яркие белые кресты на вертикальных плоскостях германских машин. Позднее их убрали, чтобы не превращать танки в мишени. Однако в ходе кампании выяснилось, что несмотря на то, что некоторым частям, например, 19-му танковому корпусу под командованием Гудериана,
удавалось быстро продвигаться вперед, легкие танки несли потери. Гудериан отмечал, что германская армия не рассчитывала начинать войну, будучи вооруженной Т-1. Этот танк был учебным. Гитлер начал военные действия на 3-4 года раньше, чем следовало бы. 112 танков 35Т находились в составе 1-й легкой дивизии. Они действовали удачно, броня и вооружение хорошо проявили себя в условиях польской кампании. Гитлер несколько раз посещал районы боевых действий с тем, чтобы поддержать боевой дух солдат и лично увидеть результаты сражений вермахта и люфтваффе с польскими войсками. Особенно его интересовало, как проявляли себя танки. На этих кадрах вы видите, как германские танки входят в Краков, а после боя их экипажи отдыхают. На главной площади города собрались Т-1, Т-2, 38Т, а также шестиколесные бронеавтомобили 231. У экипажей появилась возможность прочистить орудие, заправиться, набрать боеприпасов, прежде чем снова отправиться в бой. Короткий перерыв дал возможность экипажам вымыться и хоть немного отдохнуть. Боевые действия в Польше проходили в начале осени. В танках было жарко. Машины и экипажи постоянно находились в пыли. Очень скоро после начала боевых действий германские танки были уже недалеко от Варшавы. Хотя основная часть танков, принимавших участие в польской кампании, составляли Т-1 и Т-2, наличие 38Т обеспечило германскую армию танком с вооружением Т-3, но при этом вдвое меньшего веса. 59-38Т находились в составе 3-й легкой дивизии. Наибольшие потери в танках немцы понесли после начала осады Варшавы. Хотя город был окружен, его защитники отказались сдаться. Начались артобстрелы. Было принято решение пустить в город танки. 4-я танковая дивизия, в составе которой находилось 120 танков, потеряла половину всего за один день. Немцы поняли, что уличные бои не подходят для танков. К моменту капитуляции города 28 сентября потери среди германских легких танков были следующими: 89 Т-1, 78 Т-2, 638 Т. Это германские данные, есть и другие, в которых количество танков еще больше. Было совершенно ясно, что Т-1 и Т-2 являются устаревшими машинами. Польская кампания еще не закончилась, а Гитлер уже отдал приказ штабу вермахта готовить наступление на Западе. Предполагаемый срок — конец осени 1939 года. Операция постоянно откладывалась, но германские войска регулярно проводили учения, даже очень холодной зимой 1939-1940 годов, находясь в постоянной боеготовности. В восточных районах Германии лежал снег. Т-1 и Т-2 отрабатывали взаимодействие с пехотой. Противотанковые орудия ПАК-35-36 изображали противника. Оператор также заснял и другие машины Т-3 и Т-4. Некоторым экипажам Т-2 впоследствии очень пригодится опыт действий на снегу, так как в апреле Гитлер решил предупредить оккупацию Норвегии союзниками и ввел туда свои войска.
Окончательно намеченный срок начала военных действий на Западе приближался, и Гитлер не мог выделить достаточного количества танков для операции по захвату Дании и Норвегии в апреле 1940 года. Т-3 и Т-4 были просто на вес золота, и для поддержки немногочисленным легким танкам в составе 40-го танкового батальона в Дании были отправлены 3 машины Нойбау Форцоги, а также 15-38Т. После капитуляции Дании танки оказались в Норвегии. К ним присоединились еще Т-1 модификации А и Т-2. Их использовали для поддержки пехоты, сражавшейся с британскими и французскими войсками. Хотя французы применили несколько легких танков Рено, чисто танковых сражений не произошло. 38Т возвратились в Германию еще до того, как закончилась кампания в Норвегии, с тем, чтобы участвовать в боевых действиях против Франции. Shortly before sunrise, 10 мая 1940 года, рано утром, перед восходом солнца, все самолеты Люфтваффе, находившиеся на западе, поднялись в воздух и начали действия против аэродромов и других объектов на территории Голландии, Бельгии и Франции. Их появление было совершенно неожиданным для противника. 300 самолетов были уничтожены на земле. Атака с воздуха являлась лишь началом давно ожидаемого наступления на западе. К нему готовились и предполагали, что основной удар будет нанесен по Голландии и северу Бельгии. Верховное командование союзников считало, что немцы очень надеялись, старались продемонстрировать, что все будет именно так, что Гитлер ведет войска в Бельгию с севера, и вдоль германской границы будет стремиться на север Франции. Это будет тот же план Шлиффена, но датированный 40-м годом. После бомбардировщиков появились транспортные Юнкерс 52, которые сбрасывали парашютистов на территорию Голландии. Также десантники на планерах атаковали фортификационные сооружения в Бельгии. Для офицеров контрразведки союзников массированная высадка стала подтверждением их последних предположений. Вскоре подошли подкрепления части германской группы армии Б под командованием фон Бока, в составе которой находились 3 танковые и 23 пехотные дивизии. Они пересекли границу Бельгии и Голландии. В такой ситуации голландская и бельгийская армии предпочли отступать и ожидать подхода союзных войск. 18-я германская армия вошла в Голландию. На юге 6-я армия продвигалась на территорию Северной Бельгии. Союзники даже не подозревали, что все эти операции проводились для того, чтобы заманить их в Бельгию. Готовилась ловушка. На следующее утро союзники ввели свои части из Северной Франции в Бельгию, выдвигаясь вдоль реки Дайл. Французская стратегия была пассивной. Она не предполагала атакующих действий. Планировались лишь блокировать германские войска на территории Бельгии и не пустить их в Северную Францию. Дороги, ведущие на север, были забиты британскими и французскими войсками и техникой. Генерал Монтгомери, командующий 3-й дивизией, откомментировал это так. Все двигалось как заводное. Союзники вводили в Бельгию многочисленные войска, которых было более чем достаточно, чтобы отразить ожидаемое наступление немцев в северной части страны. Находясь в полной уверенности, что немцы не способны организовать еще одно наступление в другом месте, они оставили без прикрытия район Арден, посчитав, что лес является непроходимым для танков. И никакой опасности на этом участке не существует. Watching on the big green line, have you any dirty washing, Mother dear? We're going to hang out watching on the big green line, 'cause the washing day is here. Well, the weather, baby, well, in the
For Hitler in his forward headquarters, news of the Allied movement into Belgium was one of the crowning moments of his life. He later to recall that when the news came that the enemy was advancing along the whole front, I could have wept for joy. They'd fallen right into my trap. Although not the originator of German operations, Правда, идея принадлежала не самому Гитлеру. Он сумел своим предложением Манштейна нанести главный удар на юге через Арденны. Пока Гитлер вместе с Кейтелем и Йодлем склонился над картами, танки шли через Арденнский лес к Маасу. Именно здесь германские войска наносили свой основной удар. 7 танковых дивизий под командованием фон Рунштетта совершали бросок к Маасу. Захватив переправы, они могли на полной скорости продвигаться к Ла-Маншу, отрезая союзные войска, находящиеся в Бельгии, от территории Франции. Этот удар был решающим и обеспечил победу над союзниками на Западе. Преодолев Арденнский лес, германские танки просто смели незначительные французские силы, там находившиеся, и устремились к реке. 38-й и 7-й танковые дивизии Роммеля вышли к Маусу 30 мая. На юге 19-й танковый корпус Гудериана прорывался к реке у Седана. Вся ставка операции была сделана на танке, и если рассмотреть их состав, получается, что из 2574 танков, участвующих в кампании на Западе, 1478 были весьма устаревшими к тому времени Т1 и Т2, 334 чехословацких 35Т и 38Т, и лишь всего 627 Т3 и Т4 могли противостоять французским Самуа С-35 и 1Б. Thus, tank for tank, the Для танковых сражений германские машины уступали французским. Кроме того, у союзных танков было количественное превосходство. Таким образом, ключом к успеху в этой кампании были не танки, а характер боевых действий. Преимущественной поддержки пикирующих бомбардировщиков Штука, обрушивавшихся на противника, Гудериан форсировал реку. Роммель тоже находился на другом берегу. Оба генерала смогли переправить максимальное количество техники. Танки грузились на плоты. В некоторых местах они переправлялись самостоятельно, велись строительные работы. On the 14th and 15th, Gudarian had to demonstrate. Гудериан получил приказ от Клейста остановиться. Он протестовал и требовал дать ему возможность наступать дальше, не дожидаясь пехоты. Гудериан считал, что достигнутое превосходство очень легко упустить, если топтаться на месте. Гудериан получил приказ продолжать наступление. 17 мая его снова остановили.
Нет кадров кинохроники с участием 35Т во время французской кампании. Их было всего 143 штуки в составе 6-й танковой дивизии, которая форсировала Мае-Суманферм 15 мая и находилась в составе 15-го танкового корпуса ГОТА. Впереди танков в воздухе находились штуки, обеспечивающие поддержку и пикирующие на любую цель, которая могла приостановить движение германских танковых колонн. Почти вертикальное пикирование и душераздирающий вой сирен оказывали сильнейшее психологическое давление на противника. Эффект был ничуть не хуже, чем от сбрасываемых бомб. Вклад пикирующих бомбардировщиков, действующих вместе с танками, в германскую победу был решающим. Этот 38Т был одним из 88 участвующих в наступлении в составе 7-й и 8-й танковых дивизий. 16 мая германские части на максимальной скорости шли по равнинам Северной Франции к Ла-Маншу. Гудериан писал: «Мы на открытой местности, солдаты уверены в том, что мы своим прорывом одержали окончательную победу. Везде деморализованные остатки французских частей начинают складывать оружие. У многих на губах слово «измена». Три дня назад произошло первое танковое сражение в этой кампании в Бельгии, когда 3-я и 4-я танковые дивизии состава 16-го танкового корпуса столкнулись с французским механизированным кавалерийским корпусом. Бой показал, насколько же разные противников тактические методы использования танков, и выявил серьезные ошибки, которые привели к поражению союзников. Рано утром 13 мая две танковые дивизии повели штурм французских позиций. Одновременно впереди в воздухе находились пикирующие бомбардировщики и велся артобстрел. Французы применили в значительном количестве танки Самуа С-35, считавшимся одним из лучших средних танков своего времени. Хорошо вооруженный и надежно защищенный, он превосходил любой из германских танков, ему противостоящих. Поддерживали их легкие H-35 Гочкес. Французы в соответствии с своей системой использования танков распылили свои силы между занявшей оборонительные позиции пехоты. Немцы, соблюдая правила массированного танкового удара, предложенного Гудерианом, атаковали французские позиции. Маневрируя на высокой скорости, они обошли опорные пункты обороны и ударили по позициям с флангов и тыла, чтобы изолировать их и не дать подойти подкреплениям. За танками шла пехота. By 17:45 hours, the Germans had overrun the enemy position. 17:45 германские танки преодолели оборону противника. Французский командующий приказал отступать. Французы потеряли много танков. Преследующие их немцы быстро подавляли сопротивление отдельных частей. На своем пути они встречали много подбитых и брошенных машин. 15 мая генерал Винкельман, главнокомандующий голландской армией, отправился к немцам с предложением капитуляции своей страны. Этот день стал очень важным для союзников. Уинстон Черчилль, всего 5 дней находившийся на посту премьер-министра, был разбужен рано утром телефонным звонком французского премьер-министра Поля Рейно. Французы наконец осознали, какую опасность представляют для них германские танковые силы после форсирования Маусса, рвущиеся вперед на север Франции. Французы находились в панике. Рейно объявил Черчиллю, что битва проиграна. Абервиль на побережье Ла-Манша был достигнут в 8 часов вечера 20 мая. Англо-французские войска, находившиеся в Бельгии, оказались полностью отрезанными от Франции. Давление германских войск на союзников, отступавших к побережью, усиливалось. Танки Гудериана направлялись к побережью Ла-Манша в район Дюнкерка, встречая ожесточенное сопротивление англичан.
Немцы не верили, что англичане сумеют эвакуировать свои войска по морю. Геринг убедил Гитлера, что Люфтваффе сумеет нанести удар по Дюнкерку. Гудериан получил приказ остановить танки, когда город был должен пасть. Это лишило германские войска полной победы. Импровизированная эвакуация британского экспедиционного корпуса, получившая наименование «Динамо», началась 26 мая. В этот же день Гитлер понял, что совершил ошибку и приказал взять город. В течение последующих 9 дней происходили жестокие бои. Войска в обороне удерживали позиции, отбивали атаку за атакой. В небе над побережьем самолеты Люфтваффе пытались помешать эвакуации войск. Им противостояли королевские ВВС, которые сумели в течение 9 дней подбить 176 вражеских самолетов, потеряв при этом 106 своих. 31 мая 68 104 союзных солдата были эвакуированы по морю. Последние ушли в ночь на 2 июня. Всего 338 226 военнослужащих были спасены. Они вернулись в Британию, чтобы стать основой для будущей армии. Правда, им пришлось оставить всю технику, как и французам, чьи войска также были эвакуированы. Союзные войска в Бельгии были уничтожены. Гитлер мог заняться сведением счетов с Францией. Вторая фаза германского наступления началась в 4 часа утра в понедельник, 5 июня. 43 германские дивизии продвигались вперед по фронту шириной 220 километров. Маршал Веган, новый французский главнокомандующий, надеялся сдержать германское наступление силами 49 дивизий, дислоцирующихся вдоль Соммы и в низовьях Эйна. В течение одного дня немцы сумели прорвать французскую оборонительную линию. Штуки пикировали над противотанковые укрепления и оборонительные сооружения. На следующий день 7-я танковая дивизия Роммеля прорвалась вглубь французских позиций почти на 60 километров за линию Соммы и находилась всего в 40 километрах от Руана. На востоке германские войска форсировали Эйн и подошли к Суассону. Тяжелые бои продолжались в течение нескольких дней. Произошли танковые сражения, в которых немцы находились в невыгодном положении из-за устаревшего вооружения, которое они не могли использовать, так как уже привыкли ранее. 10 июня германские части, форсировавшие реку, встретились с французскими танками, среди которых были 1Б, одни из самых тяжелых танков того времени. Они нанесли значительные потери слабо защищенным Т-1 и Т-2. 37-мм противотанковая пушка ПАК-35-36 ничего не могла поделать. Бронебойные снаряды просто отскакивали от лобовой брони французских танков. Толщина ее достигала 60 мм. Гудериан, который принимал участие в сражении, позднее вспоминал, как танк 1Б безуспешно пытались подбить захваченный французской 47-мм противотанковой пушкой. Снаряды отлетали от его мощной брони. 37-мм и 20-мм орудия тем более не могли действовать против этого танка, поэтому германские части несли тяжелые потери. К северу от Ретема французские танки подбили 100 германских машин. Правда, отдельные успехи, достигнутые за счет технического превосходства французских танков, не могли изменить общей картины. Немцы продвигались очень быстро. Кроме того, на этой стадии боевых действий зачастую уже они имели количественное превосходство. Скорость наступления можно оценить по тому, как они захватывали города. 17 июня 29-я моторизованная дивизия под командованием Гудериана подошла к Панталье на границе Швейцарии. 18 июня Манштейн захватил Лимон, а Роммель Шербур. 19 июня 15-й танковый корпус Гота вошел в Брест. 20-го пал Лион. В город вошел 16-й танковый корпус.
Paris itself, the great prize, had been declared an open city by the French government and was entered on the 14th by the German 2 million Parisians had fled the city. It took 3 weeks for the German army to bring about the defeat of Yugoslavia and Greece in the late spring of 1941. Six panzer divisions were employed in the Balkans campaign, while the footage reveals a number of Panzer IIs, no Panzer Is were employed. The decision to phase out the Panzer IB having been taken after the French campaign. Against an enemy with very few tanks and negligible anti-tank defenses, the Panzer II could still prove a useful machine, as it did in the Balkan campaign. It is a measure of just how little account he took of Russian military power that Hitler was content to send his armies into the Soviet Union with light panzers still in the majority. Of the 3,332 tanks employed in Barbarossa, 410 were the Jet Panzer 1s, 746 were Panzer 2s, 623 Panzer 3Ts, and 149 Panzer 35Ts. Легкие танки одерживали блистательные победы в начале военных действий, но постепенно потери средних увеличивались. Еще в Испании три года назад броня Т-2 пробивалась 45-мм орудием советского танка Т-26. Among the types employed was среди применявшихся в этой войне танков были огнеметные Т-2 на базе модификации Т-2Д. Они плохо показали себя и были отведены с линии фронта в марте 1942 года. Последней модификацией Т-2 стала F, которую начали выпускать в марте 1941 года. Ее принципиальным отличием стала плоская броневая плита на передней части корпуса. Устанавливалась командирская башенка. 20-мм орудие Т-2 удачно действовало против таких же легких советских танков. Броня Т-26, Т-38 и Т-60 пробивалась достаточно легко. Наиболее удачной модификацией Т-1, находившейся на фронте, уже после того, как основная масса этих танков была выведена из состава танковых частей, стала командирская. В 1941 году Т-1 был уже совершенно устаревшим и не мог считаться полноценной боевой единицей. Большинство этих машин теперь использовали в той роли, ради которой они были построены – учебных танков. Т-2 и Т-3 использовались на севере Финляндии. Этот театр проявлял очень высокие требования к технике. Условия были крайне тяжелые для любых машин, находившихся там. Через несколько недель после начала действий плана Барбаросса германские войска продвинулись вглубь советской территории на значительное расстояние, окружая части Красной армии, подтверждая заявление Гитлера, что война закончится на западном берегу Днепра. Взаимодействие танковых частей с разведывательной авиацией, самолеты типа «Фюзлершторм» приводили к мгновенному уничтожению любых замеченных очагов сопротивления. No fewer than 5 of the 17 Panzer divisions committed to Barbarossa were equipped with the Panzer 38Ts. The fighting in Russia was much harder, and in consequence, no fewer than 796 38Ts were lost in the first 6 months of the campaign. 159 Panzer 35Ts entered Russia with the 6th Panzer Division on the 6th Panzer Division, allocated to Army Group North. Последний из 35-х Т, получивший прозвище «Последний Антон», был подбит 10 декабря 1941 года. К тому времени 6-я дивизия оставалась дивизией лишь на бумаге.
By mid-September, the bulk of the Panzer Division, serving with the Army of the North, had been reassigned to take part in Operation Typhoon. Hitler's 4th Panzer Group reluctantly departed when seemingly on the verge of taking Leningrad. On Tuesday, 30th of September, the Germans began their assault on the defenses before Moscow, with the first snow falling on the Eastern Front just 1 week later. By the end of February 1942, the force of the Soviet winter counteroffensive had begun to dissipate, and the front line in the east began to stabilize. Local counterattacks to retake villages would be undertaken. Here, the small detachments of Panzer 38 T's, supporting armored personnel carriers and command vehicles. Even though at the onset of Barbarossa, Panzer 38 T's constituted no less than one quarter of the total number of Panzers committed. The campaign had revealed its боевые действия вывели из стала планирования достаточную мощность вооружения этих танков. Их было еще много, и участие в летней кампании становилось очевидным. Тем не менее, они могли более использоваться в качестве основных боевых машин. The light panzers in service at the time of the arrival of the German forces in North Africa in late February 1941, there were a number of Panzer 1s and more Panzer 2s serving in 5th Light and later the 15th Panzer Division. Numerically, Panzer 2s constituted a high proportion of Panzers in service with the African Corps, for example, 249 available to Rommel at the time of the British Crusader offensive in November 1941, no fewer than 75 were Panzer 2s. Losses among the Panzer II were high. Тонкая броня, максимальная составлявшая всего 30 мм, легко пробивалась британскими двухфунтовыми орудиями, установленными на танкер и ранних модификациях Крусейдера. Его 20-мм орудие не могло наносить серьезных потерь противнику. Тем не менее, на широких просторах пустыни Т-2 отлично действовал в своей основной роли разведывательного танка. Although in early 1942, в начале 1942 года Гитлер приказал использовать шасси 38Т для производства самоходных орудий, и все равно в составе танковых частей на Восточном фронте оставалось достаточно этих машин, чтобы попадать в кадры фронтовой кинохроники. 38Т в составе 2-й танковой дивизии принимали участие в боях против советских войск в мае на Керченском полуострове. Потом Т-2 и 38Т находились в составе 500 танков, действующих в ходе операции «Голубая» германского наступления на Кавказ и Сталинград. На демонстрируемых кадрах они идут через цветущую степь в направлении Ростова-на-Дону. Съемки сделаны в июле 1942 года. Последние кадры с участием Т-2 в боях были сделаны в составе танкового корпуса СС в феврале 1943 года. После этого уцелевшие Т-2 и 38Т были задействованы уже по-другому, как, например, на этой фотографии в качестве командного танка в составе подразделения самоходных орудий «Хуммель». Хотя к концу 1942 года танк 38Т был уже устаревшим. Он использовался во втором эшелоне для борьбы с партизанами. Часто его устанавливали на платформы бронепоездов. Многие были отведены в тыл и наряду с Т-1 использовались в качестве учебных в составе национал-социалистического моторизованного корпуса НСКК. Он принадлежал партии, являлся полувоенной организацией, проводившей подготовку новобранцев для танковых и механизированных частей. Занятия включали в себя обучение вождению и обслуживанию машин. С 1943 года к ранним моделям легких танков присоединялись более поздние модели Т-3 и Т-4. Все они использовались без вооружения. Обращение с ним входило в подготовку уже в составе армейских подразделений после того, как кандидаты заканчивали обучение в НСКК. Thank you.
issued to the armored reconnaissance detachments of panzer divisions from Cancellation of the links Впоследствии разведывательные танки начали производить на шасси устаревшего 38Т. С февраля по март 1944 года их было построено 50 штук. Единственные кадры с участием разведывательного 38Т в бою сняты в Польше в январе 1945 года. The final encore of the light panzers on the Israel came in late 1944 when Joseph Goebbels, the propaganda minister, inspected an honor guard of the panzer corps Grossdeutschland in Berlin. Three Panzer IIs were present as symbols of its status as an elite tank unit. В 1936 году генерал фон Манштейн указывал на необходимость выпуска гусеничной бронированной машины для поддержки пехоты. Штурмовое орудие, как его стали впоследствии называть, превратилось в один из наиболее важных для германских армий видов вооружения. В 1937 году было построено 5 прототипов на шасси Т-3Б. В январе 1940 года было начато производство модификации А. Последующие модификации, последние из которых Е, сохраняли практически один и тот же внешний вид, хотя в конструкцию постоянно вносились улучшения. В сентябре 1942 года появилась модификация ФА с длинноствольным орудием и улучшенной формой корпуса. Всего 24 штурмовых орудия находились в составе германских войск во время захвата Франции и стран Бенилюкса в мае 1940 года. Они были поделены между четырьмя батареями 640, 659, 660 и 665. Несмотря на столь незначительное число, их действия в качестве орудий, поддерживающих пехоту, были очень удачными. В апреле батарея 640 была направлена в состав пехотного полка Великая Германия и переименована в 16-ю роту. Она принимала участие в боевых действиях в составе 19-го танкового корпуса Гудериана. Хотя в 1940 году официально было решено, что штурмовые орудия не будут использоваться против танков. Тем не менее, благодаря стечению обстоятельств, они использовались именно в этой роли, демонстрируя свою способность подбивать танки. Ровно через год после победы над Францией Гитлер напал на Советский Союз, и к тому времени штурмовых орудий стало гораздо больше. Они были по-другому организованы в батальоны, в каждом из которых находилось 3 батареи по 6 орудий. 6 батальонов, участвующих в операции «Барбаросса», насчитывающих 108 орудий, были распределены в составе групп армий «Север», «Центр» и «Юг». С самого начала кампании им пришлось принимать участие в очень тяжелых боях. Предназначалось, что прежде всего они будут поддерживать пехоту, но огромное количество танков, брошенные советским командованием противника, с целью любой ценой остановить продвижение на восток германских войск, заставили использовать штурмовые орудия для борьбы с танками. Они защищали пехоту, которую были должны поддерживать.
Подавляющее большинство средних и легких советских танков были устаревшие, с тонкой броней, которые легко пробивали пушки штурмовых орудий. Борьба с танками не составляла для них проблемы. Совсем по-другому обстояло дело с новыми советскими машинами Т-34, КВ-1 и КВ-2. Штурмовое орудие 3 и танк Т-4 оказались одинаково беспомощными против них. Они оба были оснащены 70-миллиметровым орудием Л-24 с небольшой начальной скоростью снаряда, предназначенного для ближней поддержки ведения огня осколочными снарядами. Из 44 снарядов, составлявших боезапас штурмового орудия, около 80% были осколочными и лишь 20% бронебойными. Даже при стрельбе бронебойными снарядами слабая мощность орудия не давала возможности пробить толстую броню новых советских танков. Несмотря на техническое превосходство советских танков, штурмовые орудия все-таки подбивали их. В качестве компенсации действовали другие факторы. Прежде всего, экипажи штурмовых орудий были прекрасно подготовлены. Их умелые действия дополняли возможности самих орудий. Они всегда пользовались преимуществом первого выстрела, низким силуэтом орудия и достаточно толстой лобовой броней. При встрече с Т-34 умелые действия экипажей позволяли подойти достаточно близко к советскому танку и подбить его, прежде чем он успевал выстрелить. Так удавалось действовать в самом начале кампании, когда советские танкисты, как правило, действовали неумело и не пользовались предоставленными им преимуществами. Кроме того, командование советскими бронетанковыми силами было очень плохо организовано, в отличие от германского. Летом 1941 года батальоны штурмовых орудий начали подбивать советские танки. В 1944 году на их счету было около 20 тысяч подбитых танков противника. Германская армия продвигалась вглубь советской территории, штурмовые орудия постоянно участвовали в боях. Танковые дивизии окружали значительные советские силы, пехота и артиллерия сражались с окруженными войсками. Штурмовые орудия постоянно использовались в этих операциях. Их перебрасывали с одного участка на другой, туда, где советские части предпринимали отчаянные попытки прорыва окружения. Иногда штурмовые орудия вели огонь в упор прямо по советской пехоте, идущей в атаку. Наиболее крупная операция по окружению советских войск произошла под Киевом, когда в плен попали 665 тысяч солдат и офицеров. Группа армий Юг продолжала быстрое продвижение на восток. 6-я армия фон Райхенау устремилась к Харькову. Планировалось взятие этого 4-го по величине советского города и одного из важнейших промышленных центров. Харьковский тракторостроительный завод был одним из самых крупных производителей танков. В середине октября германские войска подошли к городу. Тяжелая артиллерия обстреливала советские оборонительные позиции у его границ. Пехота медленно продвигалась вперед для их захвата. Потом пехотинцы углубились в городские районы, направляясь к центру города. Штурмовые орудия вошли вместе с ними, обстреливая дома, превращенные в оборонительные рубежи. Пулеметчики на полугусеничных бронетранспортерах обеспечивали прикрытие. Бои за Харьков были упорные и жестокие, пока, наконец, город пал 24 октября. Доставка новых штурмовых орудий осуществлялась с ближайшей к фронту железнодорожной станции. Эти два орудия на базе Т-3. На одном из них еще сохранился номер шасси 907-16, нанесенный мелом на передней части корпуса при выходе с завода Алкет в Берлине. В конце сентября 1941 года немцы начали операцию «Тайфун» — последнее крупномасштабное наступление на Москву, которое планировалось закончить до наступления зимы. Советская оборона была пробита ударами танковых частей. Значительные силы окружены в боях под Брянском и Вязьмой. И снова батальоны штурмовых орудий поддерживали пехоту, удерживающие окруженные войска и не дающие возможности прорваться отдельным частям. Еще 663 тысячи советских военнослужащих попали в плен, но Москва не сдалась. В
Наступление холодов и контратаки советских войск выявили неспособность германской армии воевать в условиях самой холодной за 50 лет зимы в России. Экипажам штурмовых орудий приходилось думать о том, чтобы не замерзало моторное масло и орудийная смазка, не замерзали стекла оптических приборов. Когда температура опускалась до минус 30 градусов и еще ниже, было просто невозможно поддерживать технику в состоянии боеготовности. Несмотря на трудности, штурмовые орудия продолжали наносить серьезные потери врагу. На кадрах кинохроники увидите обгоревшие КВ и Т-34. С наступлением весны немцам удалось остановить советское наступление и возобновить активные действия с целью закончить войну на Восточном фронте. В 1942 году снова была изменена структура батальонов штурмовых орудий. Количество орудий в батарее было увеличено с 6 до 9. Теперь в каждой из них было 3 группы из 3 орудий, а всего в батальоне 27 орудий, что делало гораздо более мощной единицей, чем год назад. Затем к каждой батарее было добавлено командное орудие. К концу 1942 года в составе батальона было 30 штурмовых орудий. Гитлер требовал усилить вооружение и броню штурмовых орудий, чтобы они могли подбивать Т-34 и КВ. Но только в марте 1942 года появилась модификация F с 75-мм длинноствольным орудием марки 40, длиной 43 калибра, а впоследствии 48 калибров. Первые съемки штурмового орудия 3F были сделаны во время парада 1-й дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер в обновленном составе в Париже 29 июля 1942 года. Парад принимает фельдмаршал Герт фон Рунштедт. Рядом новый командир танкового корпуса СС Пауль Хаусер и командир дивизии опергруппенфюрер Зепп Дитрих. Обратите внимание на краску штурмовых орудий. Они коричнево-песочного цвета для ведения войны в Северной Африке. По-видимому, именно туда они и направлялись. Стандартная окраска для Европы и Восточного фронта продолжала оставаться темно-серой. Темно-желтый цвет стал основным, начиная с февраля 1943 года. Первые съемки штурмового орудия 3F в бою были сделаны во время подхода к Ростову-на-Дону частей 203-го батальона в конце июля 1942 года. В кадр попадает эмблема батальона — белый слон — на борту проходящего мимо орудия. Приближение очередной зимы уже не застало германскую армию врасплох. Особенное внимание было уделено решению проблем, с которыми столкнулись танки и штурмовые орудия. Из-за узких гусениц на снег оказывалось сильное давление, и машины вязли в снегу. Движение было затруднено. Гусеницы были сделаны шире за счет удлинения каждого трака. Давление на грунт стало меньше. Танки и штурмовые орудия свободнее передвигались по заснеженной местности. Где была возможность, машины шли по дорогам. Наличие новых гусениц позволяло сойти с дороги и углубиться в лес, где снег был более глубокий и рыхлый, как вы видите на этих кадрах. Теперь у германских танков штурмовых орудий появилась возможность сражаться с советскими машинами в более равных условиях. В декабре 1942 года была выпущена последняя модификация штурмового орудия 3. Была переделана верхняя часть корпуса, построена командирская башенка. Пулеметчик теперь мог прикрываться щитом. Германская военная промышленность продолжала развиваться. В 1943 году было выпущено более 3000 штурмовых орудий. Скорость производства и дешевизна штурмовых орудий делали их прекрасной заменой для танков в составе танковых дивизий. Неудивительно, что генерал Гудериан безуспешно пытался вывести батальоны штурмовых орудий из распоряжения артиллерии для применения их в составе танковых частей,
вскоре после того, как был назначен генерал-инспектором танковых войск. Более 600 штурмовых орудий принимали участие в операции «Цитадель» в июле 1943 года. Большинство находилось в составе бригад, явившихся результатом очередных организационных изменений на бумаге, потому что на самом деле это были те же батальоны, насчитывавшие по 31 орудию. В составе дивизии Великой Германии находился батальон из 35 орудий. Первая, вторая и третья танково-гренадерские дивизии СС имели в своем распоряжении собственные батальоны штурмовых орудий. Это была операция, в которой принимало участие наибольшее количество штурмовых орудий за всю войну. Большинство из них было оборудовано экранами толщиной 5 мм, прикрепленными на направляющих. Они закрывали борта машины. Экраны появились в марте 1943 года и обеспечивали защиту прежде всего от советских противотанковых ружей калибра 14,5 мм. Представляя собой вынесенную наружу броню, они также снижали силу удара орудийных снарядов. К началу Курской битвы штурмовые орудия были раскрашены в трехцветный камуфляж. Базовый цвет темно-желтый, на нем пятна оливково-зеленого и красно-коричневого цветов. Участвовавшие в этой операции танки и штурмовые орудия перевозили на себе изрядное количество запасных катков, так как немцы были уверены, что находившиеся в Воронеже советские войска были защищены минными полями, и экипажам придется менять поврежденные при взрывах мин катки прямо на поле боя. Тем не менее, потери от мин оказались гораздо больше, чем предполагало германское командование. Успешно действующие командиры штурмовых орудий представлялись в прессе как герои. Перед вами Гауптман Францис, батальона штурмовых орудий дивизии Великой Германии, только что получивший дубовые листья к рыцарскому кресту. Макс Мюншен в 1941 году был гауштурмфюрером со дивизии Лейбштандарта, командовал батальоном штурмовых орудий. Он продвинулся по службе с 12-й танковой дивизии СС. Пожалуй, наиболее известным из всех командиров штурмовых орудий был Хуго Примазек, который первым из младших офицеров германской армии получил дубовые листья к рыцарскому кресту. После провала операции «Цитадель» Красной армия провела ряд наступлений по всему Южному фронту. Перед тем, как начать наступление с целью вернуть Харьков, она нанесла мощный удар по оборонительной линии германских войск. Штурмовые орудия 3FH находились в составе 6-й армии на участке, где советские войска начали атаку. Немцам удалось остановить наступление, затем перейти в контратаку, что дало возможность в августе снова захватить вернувшуюся к русским территорию после 17 июля. На демонстрируемых кадрах вы видите, как штурмовые орудия действуют в предназначавшейся для них роли на этой стадии войны. Сначала прошли несколько штурмовых орудий модификации ГС десантом из румынской пехоты, которая должна атаковать советские позиции на высоте. Пехота устремилась вперед. Орудия поддерживали в виде огонь осколочными снарядами, не давая возможности солдатам противника поднять голову. Именно для выполнения подобных задач создавались штурмовые орудия. Затем мы видим, как они действуют в качестве истребителей танков. Постепенно в ходе боевых действий они стали преимущественно использоваться именно в этой роли. Группа советских танков приближается к германским позициям. Один из них — это захваченная «Пантера». Танк подбивают, и его экипаж захвачен в плен. Командир штурмового орудия, используя имевшуюся оптику, мог вести прицельный огонь с дистанции 2000 метров бронебойными снарядами, 1500 метров более легкими снарядами АП-40. Высокая начальная скорость и траектория снаряда, выпущенного из 75-мм орудия марки 40, с использованием установленного на штурмовом орудии оптики, позволяла подготовленному экипажу с нескольких выстрелов поразить цель. Теперь штурмовое орудие могло подбивать Т-34-76 дальней дистанции. Когда 8 сентября была объявлена капитуляция Италии, Гитлер приказал объединить силы оси и оккупировать Италию. Многочисленные соединения начали продвижение на территорию Италии с севера, среди них и подразделения штурмовых орудий. В обороне германскими войсками Апеннинского полуострова им предстояло сыграть не последнюю роль. Пересеченная местность гораздо больше подходила для действий штурмовых и самоходных орудий, чем танков. На итальянском театре немцы держали мало танковых дивизий. Также удачно штурмовые орудия действовали на юге Италии, где 9 сентября в районе Салерно высадились союзники. Они надеялись, что сопротивление будет слабым. Им удастся быстро захватить Неаполь и продвинуться вглубь страны. Высадка действительно застала немцев врасплох. Но их силы 10-й армии генерала фон Биттенхофа не собиралась уступать. 16-я танковая дивизия, в которой было около 100 танков и 36 штурмовых орудий, могла сразу же вступить в бой и помешать высадке.
Она начала свои действия прямо 9 сентября. Огонь корабельных орудий, танки союзников и действия авиации должны были помешать успешной контратаке. К вечеру 16-я дивизия понесла тяжелые потери. Ожесточенные бои в районе Салерно продолжались до тех пор, пока германская сторона не предпочла отступить, стремясь сократить свои потери. Это штурмовое орудие 3 F-6 состава танковой дивизии «Герман Геринг», которая находилась в Италии в районе Салерно на переформировании, а до этого дислоцировалась в Тунисе на Сицилии. Через 6 месяцев штурмовые орудия 3G из дивизии «Герман Геринг» находились среди германских частей, блокировавших плацдарм Анцио. Сражение у Монте-Кассино, проходившее с января по май 1944 года, превратилось в бои за кучу обломков, которые когда-то были известны на весь мир бенедиктинским монастырем. Оно стало одним из наиболее ожесточенных кампаний в Европе. Большую часть времени германские позиции удерживались элитными частями парашютистов, которые сумели привести с собой штурмовое орудие, которое прикрывало их во время частых атак союзников. Точно так же действовали штурмовые орудия на остальной итальянской территории. Укрывшись в развалинах, штурмовое орудие поддерживает парашютистов, ведущих контратаки. Оно не в состоянии передвигаться из-за того, что окружающие территории завалены обломками. Орудие может выдвинуться из укрытия на огневую позицию и стрелять при необходимости. Артиллерийские наблюдатели союзников, засевшие в развалинах, в состоянии быстро вызвать огонь своей артиллерии, поэтому, выстрелив, штурмовое орудие возвращается в укрытие до следующего раза. Безусловно, присутствие штурмового орудия очень помогло парашютистам в обороне. В 1944 году штурмовое орудие превратилось в самое распространенное вооружение, которое использовалось германской армией на всех театрах. В борьбе с партизанами Югославии штурмовые орудия использовались как обычная артиллерия. На юге России наступила осень, затем зима. Германская армия начала отступление к Днепру. Части, в составе которых находились штурмовые орудия, наряду с другими соединениями оказывали ожесточенное сопротивление наступающему противнику. Потери в Курской битве были очень тяжелыми. Тем не менее, выпуск штурмовых орудий с августа по декабрь 1943 года продолжал превышать потери. За этот срок было произведено 1810 орудий, потеряно 1060. В начале декабря 1943 года количество штурмовых орудий на всех фронтах составило 1880 штук, на 400 больше, чем в июле перед операцией «Цитадель». На этот период времени штурмовое орудие 3 было наиболее многочисленным из всех видов бронетанковой техники германской армии. К концу 1943 года в составе армии находилась 31 бригада штурмовых орудий. В основном они дислоцировались на Восточном фронте. Существовали также отдельные части на уровне корпуса, которые перебрасывались с участка на участок по мере надобности, и батальоны в составе дивизий Ваффен-СС и некоторых армейских. В начале 1944 года не менее 76% всех штурмовых орудий находились на Восточном фронте. Постоянное использование штурмовых орудий в качестве истребителей танков наглядно продемонстрировано на этих кадрах. Соединение штурмовых орудий в составе группы армий «Центр» участвует в контратаке на наступающие советские бронетанковые части. Сражение происходит очень холодным зимним днем. Солнце уже начинает опускаться. Тонкий слой снега лежит на замерзшей земле, что позволяет орудиям легко продвигаться вперед. Их действиями руководят из командной машины. Враг находится вдалеке, но ровная местность облегчает прицеливание. Штурмовые орудия не ведут огонь на ходу, они останавливаются, делают несколько выстрелов, затем меняют позицию, чтобы не дать противнику возможности пристреляться. В результате их действий подбиты Т-34-76 образца 1943 года и редко встречающийся КВ-85. В конце лета 1944 года Красная Армия заставила своего противника отойти к границам Венгрии. Кадры хроники показывают штурмовые орудия, проходящие по улицам Будапешта по дороге на фронт. Во время остановки экипаж окружают восторженные подростки из венгерской юношеской фашистской организации.
Во время боев в Венгрии штурмовые орудия постоянно сражались с бронетанковыми частями противника, но также были задействованы для поддержки незначительных контратак, которые вели германские и венгерские пехотинцы. 6 июня 1944 года произошло давно ожидаемое вторжение союзников в Северную Францию. Германские газеты напечатали много статей по этому поводу, и многие немцы даже не сомневались, что германские войска все равно одержат блестящую победу. Победу планировалось одержать благодаря действиям бронетанковых частей. В это время во Франции находилось гораздо больше танков, чем самоходных и штурмовых орудий. Всего на 1 июня 1944 года в составе германских сил насчитывалось 1140 танков и 393 штурмовых и самоходных орудия. Во Франции дислоцировались две бригады штурмовых орудий, но в основном орудия находились в составе танковых дивизий в батальонах истребителей танков, в танковых полках СС и батальонах штурмовых орудий 1-й и 2-й танковых дивизий СС. Впервые увидели кинокамеры штурмовое орудие 4, база Т-4 и настройка штурмового орудия 3. В составе 17-й танково-гренадерской дивизии СС, которая вступила в боевые действия 12 июня. Производство штурмовых орудий 4 началось в декабре 1943 года. Было выпущено 1100 штук. Но штурмовых орудий, появляющихся в этих кадрах, есть усовершенствование — новая орудийная маска, свиное рыло. Ее устанавливали на все орудия, начиная с февраля 1944 года. Бои в Нормандии происходили на узких дорожках, разграниченных живыми изгородями. Условия были тяжелыми и неподходящими для штурмовых орудий. Возможности для маневра были ограничены. Машина с фиксированным орудием оказывалась в невыгодном положении. Много штурмовых орудий было подбито из базук с ближней дистанции из-за укрытий. Тем не менее, они сумели нести тяжелые потери союзным танкам. Шерман был ничуть не менее уязвим для их 75-мм орудий, чем Т-34. Основная причина поражения штурмовых орудий в Нормандии была та же, что и танков. Реактивные снаряды британских штурмовиков «Тайфун» с одинаковым успехом справлялись со штурмовыми орудиями Т-4, «Пантерами» и «Тиграми». Штурмовые орудия могли действовать на открытой местности, только при отсутствии вражеских самолетов, и даже тогда приходилось маскировать их зеленью и ветками, чтобы при воздушной тревоге быстро съезжать с дорог и становиться малозаметными на общем фоне. Движение днем становилось очень рискованным для германских войск, несмотря на прикрытие, которое обеспечивали зенитные орудия и установки. Хотя они сбивали много союзных самолетов, все-таки мощности 20-мм, 37-мм и 88-мм зениток было недостаточно, чтобы противостоять подавляющему преимуществу союзников в воздухе. Люфтваффе также было не способно с ним справиться. Экипажи штурмовых орудий отрывали окопы в земле под своими машинами и использовали их в качестве укрытий. Даже во время боя отличившиеся члены экипажа штурмовых орудий награждались железными крестами. Вы видите командира штурмового орудия, обер-лейтенанта Франца Людвига, который получил рыцарский крест за уничтожение 16 английских танков во время боев в Нормандии. К августу напряжение боев и сознание того, что ситуация складывается не в пользу Германии, отложили отпечаток на лица солдат, которые стали бледными и изможденными. Потери в живой силе и технике росли, надежды на получение подкрепления не было, в то время как союзники черпали как будто из поясни неистощимых резервов. Американцы прорвались к Шербургскому полуострову, англичане быстро продвигались на юг к Фалезу. Уцелевшие подразделения штурмовых орудий участвовали в ужесточенных боях. Немцы пытались предотвратить окружение группы армий «Запад». На этих кадрах штурмовые орудия 3, покрытые циммеритом, действуют вместе с самоходными установками «Мардер-3» и подбивают британский истребитель танков «Ахиллес». Very
Немногим штурмовым орудием удалось уцелеть после укражения под Фалезом. Это орудие 4 поздней модификации, покрыто циммеритом, защищающим от магнитных мин по всем вертикальным плоскостям. Штурмовое орудие 3 также поздней модификации, с орудийной маской свиное рыло. Страшным взрывом у него сорвало броневые листы крыши. А это орудие уцелело только для того, чтобы быть брошенным своим экипажем у разбомбленных мостов. В германской кинохронике существует большой провал во время летнего советского наступления. Разгром группы армий «Центр» и потери убитыми и пленными около полумиллиона солдат и офицеров стали величайшим поражением вермахта в ходе военных действий. Когда был возобновлен показ сюжетов с Восточного фронта, германские войска и экипажи штурмовых орудий, которые вы сейчас видите, сражались уже у границ Польши. Штурмовые орудия на Восточном фронте с начала осени 1944 года до самого конца войны, попавшие в кадры кинохроники, практически всегда выступают в качестве истребителей танков и действуют вместе с 88-мм зенитными и противотанковыми орудиями против советских бронетанковых частей. Несмотря на тяжелые потери, понесенные в 1944 году, производство штурмовых орудий 3 и 4 достигло своего пика. Было выпущено почти 5000 единиц. В июле 1944 года штурмовых орудий насчитывалось на 2000 больше, чем ровно год назад, в июле 1943 года. Бригады штурмовых орудий и других подразделений продолжали действовать эффективно, несмотря на тяжелые потери, которые наносили им советские танки и орудия. 20 тысяч советских танков было уничтожено штурмовыми орудиями к середине 1944 года. К концу войны это количество увеличилось не меньше, чем еще на 10 тысяч. Без сомнения, в советских частях опасались штурмовых орудий. 1 августа 1944 года генерал Бур-Комаровский, командующий польской армией Краевой, отдал приказ о начале восстания в Варшаве. В течение 4 дней поляки захватили 4/5 территории города. Надежда на то, что русские успеют подойти на помощь, умерла, когда немцы бросили значительные силы на подавление восстания и жестоко расправились с ним. Штурмовые орудия своим огнем оказывали поддержку при очищении города. 2 октября восстание было окончательно подавлено. В начале сентября 1944 года советское наступление выдохлось. Немцы получили возможность укрепить и объединить фронт Восточной Польши и Восточной Пруссии. Германские потери в живой силе и технике были колоссальными. Кинохроникой создавалось ощущение бесконечного движения эшелонов с подкреплениями и вооружением на восток к линии фронта. Но ничего не было сказано о крайне тяжелой ситуации с поставками топлива, что, безусловно, должно было сказаться на возможности проводить масштабные операции, требующие мобильных действий. И это несмотря на значительный выпуск вооружений и техники германской военной промышленности. Под прикрытием самоходных установок «Веспе» подразделения штурмовых орудий продвигаются в направлении советских позиций на территории Литвы. Орудие в кадре поздней модификации ГЭС со свиным рылом. Другие орудия более ранних модификаций. Все они обмазаны циммеритом для защиты от магнитных мин. Подобные контратаки местного значения впадали в выпуски кинохроники до самого конца войны. Поглядев на счастливые лица солдат, было тяжело поверить в ухудшение общей стратегической ситуации для Германии. Unlike
Unlike in the West, the scale of operations. В отличие от действий на Западе, на Восточном фронте масштаб проводимых операций и отсутствие подавляющего превосходства в воздухе советской авиации давали возможность германским войскам передвигаться более свободно, не ожидая постоянно, как на Западе, внезапного появления вражеской авиации. Поэтому на германских машинах практически нет маскирующих веток и зелени. В таких условиях германские самолеты еще могли поддерживать наземные части. Одним из наиболее подходящих для этой цели самолетов был Хеншель-129Б. Они действовали группами по 4, ведя огонь из двух пулеметов и двух 20-миллиметровых орудий. Наиболее удачной в качестве истребителей танков стала модификация Б-3, появившаяся в конце 1944 года. В начале 1945 года, вооруженный 75-миллиметровым противотанковым орудием, установленным под брюхом. Охота на танки штурмовым орудием далеко не всегда означала ведение огня с дальней дистанции. На этих кадрах штурмовое орудие 3 с экипажем из парашютистов приближается к позициям советских войск, перевозя на себе пехоту, вооруженную для подбивания танков в ближнем бою. Оружие пехотинцев 88-мм «Панцершрек» и «Фауст-патрон». Gruppe von Fallschirmjägern haben sich T-34 bis auf Hörweite genähert. Die Nerven sind gespannt bis zum Platzen. Штурмовое орудие подходит к лесу, из которого появляются советские танки. Первым подбит Т-34-76, с которым орудие управляется достаточно быстро. Da, weitere Panzer! Unsere Männer fürchten auch diese nicht. Второй Т-34-76 подбивается пехотинцем из «Панцершрека». Обратите внимание на вспышку и клубы дыма, сопровождающие выстрел, что выдает его позицию, которую надо менять. Выстрел из «Панцершрека» мог пробить броню любого советского и союзного танка, даже ИС-2. Горящий советский танк Т-34-85, подбитый штурмовым орудием, а не пехотой. Это подразделение штурмовых орудий, действующее в Восточной Пруссии осенью 1944 года, заботится о защите от нападения с воздуха. Экипажи замаскировали свои машины ветками. Они проводят незначительную операцию по захвату деревни, которую освободили советские войска. Большинство штурмовых орудий поздней модификации с характерной орудийной маской и стальными катками. Все они загружены запчастями и материалами, которые складированы сзади и удерживаются металлическим ограждением, приваренным прямо в полевых условиях. Отсутствие противника создает впечатление, что обстановка искусственная и специально создавалась для операторов. Немцы прекрасно монтировали пленки, ничуть не хуже, чем их коллеги со стороны союзников. Германская пехота отправляется на штурм советских позиций под прикрытием артобстрела. German infantry move out to attack Soviet positions under a barrage provided by 88mm PAK-43. 88-миллиметровое противотанковое орудие ПАК-43 прикрывают идущую вперед пехоту. Они используются в качестве обычной артиллерии. Штурмовые орудия 4 достаточно редко появляются в кадрах кинохроники. Здесь вы видите их контратакующими советские войска в Венгрии в конце 1944 года. Возможность выполнить приказ Гитлера о все большем производстве штурмовых орудий было потеряно после бомбардировки завода «Алкет» в Берлине в декабре 1943 года. Корпуса штурмовых орудий 3 начали устанавливать на шасси Т-4. Выход из положения был найден. Части из штурмовых орудий 4 формировались точно так же, как и из третьих. Тактически они действовали одинаково.
Гитлер удерживал значительные силы Венгрии, надеясь не допустить туда советские войска, даже ценой ухудшения ситуации и потерь в Польше. Штурмовые орудия постоянно участвовали в боях, а на имеющихся кадрах можно разглядеть особенности поздних модификаций Г, которые выпускались начиная с марта-апреля 1944 года. Самое главное отличие – установка пулемета с дистанционным управлением наверху вместо прежнего МГ-34 или 42 со щитом. Стрелок мог вести огонь из пулемета, зафиксированного на крыше орудия, находясь внутри и не высовываясь. Как правило, пулемет устанавливался на модели с поздним вариантом орудийной маски. Но здесь мы видим его на Т-3 со старой маской. It is also seen in this footage fitted to Stuk 3s with the earlier mantlet. Теперь штурмовым орудием противостояли более мощные советские танки, чем ранее Т-34-76. Наиболее часто встречался Т-34-85 с новой башней, вооруженный 85-миллиметровым орудием, а также тяжелый танк ИС-2. Он оставлял главную проблему для штурмовых орудий. Поэтому для того, чтобы одержать победу над этим очень мощным противником, было необходимо разрабатывать новую тактику боя. В первые две недели октября 1944 года первый Прибалтийский фронт вышел к побережью Балтийского моря, отрезав остатки группы армий север на Курляндском полуострове. Гитлер отказался эвакуировать их морем, надеясь на то, что 26 окруженных германских дивизий смогут сковывать советские войска, которые могли быть направлены на другой участок фронта. Тем не менее, проводилась частичная эвакуация, которая с января по май 1945 года позволила вывести из Пруссии, Померании и Курляндии 1,5 миллиона военнослужащих и мирных жителей. Гудериан, ставший к тому времени начальником генерального штаба, считал ужасной стратегической ошибкой оставить такое количество войск в изоляции, когда они могли реально усилить части Восточной Польши и на Одере в 1945 году. Немцам повезло, что советский Балтийский флот не был в состоянии полной боеготовности, и германский флот продолжал сохранять контроль над морем у берегов Курляндии и Восточной Пруссии. Этим солдатам удалось вырваться из Курляндии, но многие из них погибнут в жестоких боях, когда Красная Армия возобновит наступление в январе 1945 года. Несмотря на изоляцию, съемки боев в Курляндии доходили до Германии. Советские войска постоянно атаковали германские позиции, считая, что германские части, простоящие им, недостаточно сильны. Отрезанные от основных сил, они вели бой по оборонительному периметру и должны были постепенно сдавать позиции. Войска были слишком растянуты вдоль линии обороны, и контратаки, такие как эта, которую вы сейчас видите, с участием нескольких штурмовых орудий, 3 и пехоты, были единственно возможными, так как резервов не было. Более масштабные действия просто не получались. Войска на полуострове продолжали обороняться до самого конца войны. Их остатки капитулировали в мае 1945 года. В конце октября 1944 года тяжелые бои происходили на западных границах Германии. Штурмовые орудия с десантом из пехотинцев проводят контратаку против 3-й американской армии в районе Саара. Камуфляжные сетки и зелень говорят
о том, что германским войскам постепенно приходится считаться с возможной угрозой атаки с воздуха. Штурмовые орудия действуют вместе с средними танками «Пантера». Они открывают огонь по американским танкам, находясь под прикрытием леса. В таких условиях их более мощные и дальнобойные орудия имеют несомненное преимущество перед пушками американских «Шерманов». Артиллерийский наблюдатель наводит на американские позиции батарею 105-миллиметровых гаубиц. Они открывают огонь. Под прикрытием артобстрела и дымовой завесы пехота начинает продвижение вперед на позиции американцев. Пехотинцы вооружены фауст-патронами. Танки и полугусеничные бронетранспортеры подбиты снарядами штурмовых орудий и «Пантер». По меньшей мере, два М4 полностью сгорели внутри. На них обгорела краска, а резиновые бандажи колес превратились в золу. Гитлер не берег резервы и выискал 1200 танков и штурмовых орудий для участия в операции «Осенний туман» в составе 5-й и 6-й танковых армий СС, находящихся на острие контрнаступления в Арденнах. 16 декабря операция началась. Союзники были захвачены врасплох. Сначала немцам удалось продвинуться вглубь позиций 1-й американской армии. Дальше всех на запад пробилась 5-я танковая армия фон Манteuffel, которая 20 числа вышла к переправам через Маас. Город Бастонь не был взят и остался в тылу Manteuffel. Это сказалось на продвижении германских войск, которое прекратилось 23 декабря, а 26-го части 3-й американской армии, контратаковав с юга, пробились к Бастоне. Облака, не дающие возможности союзникам применить авиацию в течение 10 дней, разошлись. Прояснилось, американские самолеты начали носить удары по германским колоннам. В результате было подбито много танков и штурмовых орудий. В середине января германские части откатились на исходные позиции. Было потеряно около 600 танков и самоходных орудий. Еще одно германское наступление под названием «Северный ветер» началось в Эльзасе перед наступлением Нового года. Целью наступления было окружение 7 американских дивизий и захват Страсбурга. В отличие от Арденн, американская разведка сумела предупредить командование о готовящемся наступлении. Штурмовые орудия участвовали в жестоких боях. Наступление было остановлено всего через 3 дня после его начала. Германские потери составили 25 тысяч человек, а также множество танков и штурмовых орудий. Для германских сил наступление советских войск в Восточной Польше было полной неожиданностью. Военный корреспондент писал: «Советы обрушили на нас массу людей, техники и другого снаряжения в ходе зимней кампании от Мемеля до Карпат. Это наступление нельзя сравнивать масштабом ни с одной из операций, проходивших за все предыдущие 5 с лишним лет этой войны. Пехотные дивизии и танковые корпуса переправляются через Вислу в таком количестве, что их просто невозможно сосчитать». Гудериан предрекал падение германской обороны в Восточной Польше. Так и случилось, она рассыпалась, как карточный домик. В середине февраля советские войска вышли к Одеру. Потери среди штурмовых орудий в январе на обоих фронтах составили 320 машин. В феврале военные заводы выпустили 210 орудий, несмотря на союзные бомбардировки. Подсчеты показывают, что в феврале общий парк штурмовых орудий 3-4 составил 3610 штук. Они стали наиболее многочисленным видом техники на вооружении германской армии.
Дефицит военнослужащих во второй половине 44 года привел к появлению в октябре листовки, призывающей к оружию всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, способных носить оружие. Они вступали в народное ополчение Фольштурм. Одни из последних кадров, сняты для выпуска в кинохронике, демонстрируют многочисленные подразделения Фольштурма, марширующие по улицам Бреслау, города на берегу Одера, который Гитлер приказал превратить в неприступную крепость. Он был взят 14 февраля 1945 года. Фольштурм вооружался голиафами, размещенными на гусеничной базе зарядами с дистанционным управлением. Их действия демонстрируют ополченцам перед тем, как применить против наступающих советских войск. Обмундирование Фольштурма напоминало вражеское. Плохо подготовленные гражданские лица шли на бой с превосходящими силами противника. Ценность подобных подразделений была сомнительна. Вместе с новыми частями на фронт подходило и снабжение для регулярных войск. На платформах наряду с грузовиками и королевскими тиграми можно увидеть штурмовое орудие 470. Прибывают штурмовые орудия в составе танковой дивизии Waffen-SS вместе с поддерживающими их бронетранспортерами, в том числе полугусеничными 251-ми. Пехотинцы на грузовиках вооружены фауст-патронами, панцершреками. Их стрелковое оружие самых разных моделей и годов выпуска. Они направляются на передовую. По пути к ним присоединяются штурмовые орудия. Их будет прикрывать своим огнем артиллерия. Орудия должны остановить атаку советских танков, которые наступают на германские позиции вдоль железнодорожной линии. Когда противник появляется, штурмовые орудия открывают огонь, подбивая несколько танков. Пулеметчики огнем из МГ-42 прикрывают пехотинцев, которые подбираются к подбитым танкам, чтобы осмотреть их. Два Т-34-85 подбиты 70-миллиметровыми пушками штурмовых орудий. Дальше вдоль полотна можно увидеть два Шермана М4, полученные русским по ленд-лизам. Атака продолжается. Штурмовым орудием присоединяются пантеры. Это последний кадры с участием штурмовых орудий, которые выступают в ставшей для них привычной в ходе этой войны роли истребителей танков. Утверждается, что за 4 года боевых действий штурмовыми орудиями было подбито 30 тысяч советских танков. Это количество может быть спорным. И тем не менее, нет сомнений в правильности когда-то выбранной концепции производства штурмовых орудий.
Man soll wollen, dass die Afrika vor.